Добрий вечір, шановні колеги. Після матчу прес-конференцію продовжує київське «Динамо». Головний тренер команди Сергій Ребров готовий відповісти на ваші запитання. І поки ви готуєте ці запитання, як завжди, довго і ретельно, я попрошу Сергія Станіславовича дати експрес-коментар зустрічі, а потім вже відповісти на запитання. Будь ласка. Что тут комментировать? Сложная победа, как и все, и не имеет значения, против кого мы играем. Все команды, которые выходят против киевского «Динамо», они отдаются на поле 100%. И, наверное, та молодежь, которая вышла в «Металлисты», сегодня это продемонстрировала. Я думаю, что в первом тайме они выглядели достойно, и важно было забить мяч в начале второго тайма. У нас это получилось, и мы выиграли игру. Василий, телеканал «Футбол», ваше запитання. Сергій Станіславович, вітаю вас черговою певною грою, певною перемогою. Психологічно важко було відновитися на це кілька днів після гри з «Динамо», після такої емоційної дуже гри складної. І я знаю, що попри те, що тренуєте, ви все одно завжди маєте претензії двох гравців. Чи були вони особливо в першому таймі, коли не вдавалося все-таки забити? Да, больших претензий не было. Они старались делать, просто не всегда получалось то, о чем мы договаривались. И, конечно, можно говорить там, на футболистов 0-0, там, вы не можете забить там, молодежи какой-то, но на самом деле это не просто, когда вся команда стоит сзади. И я рад, что мы дотерпели, я рад, что мы вскрыли эту оборону. И претензии они были и есть всегда, но если они заслужили эту победу, то они ее заслужили. Еще раз повторю, не имеет значения с кем, с молодыми играли, игры с металлистом это всегда принципиальные игры. Кто бы не выходил на футбольное поле. Наверное, поэтому сегодня играли, во всяком случае, мы выставили основной состав. Прошу за питание. Будь ласка. Артем Жуковский, футбольная сторона. Если еще хотелось этот вопрос задать после матча с «Динамо». Расскажите о Евгении Чумаке, кого вы видите в этом игроке, своему доверию, выйти на замену в матче с «Динамо» и сегодня он сегодня забил гол. И второй вопрос. Насколько вот вам удается использовать в работе с молодежью те навыки, которые вы приобрели, когда еще будучи совсем молодым игроком, вам давали моменты? Я не могу сказать, что вы спросили, с кем он ассоциируется у меня? Нет, про Чумака отдельно, а второе, насколько вот вверх. Да, я сейчас рад, что в «Динамо Киев» есть какая-то структура, есть подготовка молодых футболистов, есть дубль, который работает по той же программе. И сейчас, в связи с тем, что достаточно было травмированных футболистов в этой позиции, у меня есть возможность спросить тренера дубля, если этот футболист подходит, физически готов, то он тренируется по той же программе, которая тренируется первой команде. И все те футболисты, которые тренируются в дубле, наверное, они знают, выходя на поле, знают свою позицию, знают, что в ней делать. Мне не нужно его переучивать, там, по месяцу, по году сидеть с ним на сборах, учить. Они делают то же самое. И, наверное, Евгений этому не исключение. Он вышел на поле, он знает, что там делать. И, наверное, я рад за него, что он забил мяч, но, наверное, тот шанс, который ему предоставился, его бы не было, если бы, к сожалению, у нас не было столько травмированных. Но я сказал сейчас на флеш-интервью, что, наверное, никто не знал ни о Ярмоленко, никто не знал ни о Сидорчуке, ни о Буяльском, если бы, наверное, им не давали шанс, если бы их не подключали. Сейчас, ну, наверное, это абсолютно нормальный процесс. И я рад, что те молодые ребята, которые мы задействуем, они проявляют себя на футбольном поле. Пожалуйста, давай, юный журналист. Да, давно тебя не слышал. Сергей Станиславович, один из сборов, Евгений Чумак прошел с Каберлой, потом он вернулся в Киев. Это была ваша инициатива вернуть его в команду или все-таки какой-то другой? Ну, когда я разговаривал с тренером Гаверлы, он сказал, что он не подошел этой команде. И у меня не было инициативы его возвращать. Наверное, футболист, который попал на сборы с командой премьер-лиги, у него есть желание там продолжать работать, так же, как и Беседин. Но я рад, что они вернулись, и они, опять же, то, что я сказал сейчас, они работают по той же программе, по той же методике, что первая команда. И я вижу их рост. Я об этих футболистах говорил еще перед сезоном. И им нужно набраться опыта, и я надеюсь, они его получают и у нас, и в молодежной команде. Постараюсь коротко, два простых запитания. Перше, три тренаційні команди, це, звичайно, для будь-якого щастя, сьогодні вам, конечно, не зовсім задоволені його дієм, його грою. І
І з приводу Евертона теж, чи не всі журналісти, напевно, чули вашу позицію. Розумію, що тільки жартування відбулося, що висновки можна робити після матчу, але все-таки радіше йдете до Ліверпуля. А чого я не задоволен ігрою Мбакані? Это що, потому що он гол не забил? Я вроде не говорил, что я недоволен его игрой. Ведь на самом деле у нас довольно часто нападающие не забивают мячи. И Артем очень много работает, и Тео, и Мбакани. Я не думаю, что сегодня Мбакани провел какую-то игру неяркую. Мы добились победы, и Мбакани проделал очень большой объем работы. Так же, как и Тео в прошлой игре, и Артем, которые выложились на 200%. Ну, конечно, не на себя. По поводу Эвертона, ну, наверное, на этой стадии турнира нет слабых соперников. И я не могу сказать, какой у меня был приоритет, какую команду. Наверное, если мы пройдем эту команду, то, наверное, это был наш приоритет. Сейчас, как я говорил ко всем играм, нужно готовиться, анализировать соперников и идти дальше. Сейчас у нас Заря, Кубок, потом дальше Олимпик, потом дальше будем думать о Эвертоне. Конечно, сегодня смотрели игру с Арсеналом и изучаем эту команду. Абсолютно нормальный процесс. Давай микрофону тоже. Ну давай тогда Спортэкспресс, а потом по очереди все. Вчера за владимирскую команду полчаса сыграл Денис Дармаш, забил гол. Как вы прокомментируете его состояние и какова вероятность, что он в ближайшее время появится уже в первой? Да, он уже и так в первой команде. Он с нами тренируется. Просто действительно у Дениса была очень серьезная травма. Я надеюсь, что он как можно быстрее восстановится. И я рад, что не только он сыграл 30 минут, но и он сыграл без травмы. Он действительно не просто вышел побегать, там, получить какую-то функциональные кондиции повысить, но он работал, он входил во все стыки и не боялся. Наверное, после такой травмы очень сложно себя настроить на ту борьбу, которая всегда присутствует у Дениса. Вчера она была, и, наверное, для нас это было важнее всего. Дальше будем смотреть на его состояние. Конечно, это очень важный для нас игрок. Пока микрофон дадут Липенко, вот давай твой вопрос еще. Вы, будучи игроком Тоттенхэма, играли несколько раз против Эвертона. Вот что, с вашей точки зрения, за это время поменялось в векторе развития команды, в стиле игры команды? Да все поменялось. Когда я играл, вообще в премьер-лиге играл, я не знаю, 3-4 команды, которые контролировали мяч. Основная масса команд играла second ball, это длинная передача и подбор. Сейчас Эвертон, особенно по сегодняшней игре с Арсеналом, я видел, они пытаются контролировать мяч и играют очень комбинационно. Будем изучать и смотреть. На самом деле очень многое изменилось с тем временем, когда я играл. Сайт обозревателя. Сергей Станиславович, у меня не вопрос, у меня пожелание. Вот заканчивается первый вечер весны 2015. Я считаю, что у вас хорошее настроение. Я хочу вам пожелать, я думаю, все сидящие в зале вам пожелают, чтобы все вечера весны 2015 были для вас и для вашей команды радостными, счастливыми и победными. Спасибо за победу. Спасибо. Василий, спасибо за конференцию.